Оказаться в трудной жизненной ситуации, но продолжать верить в добро. Самым главным весенним праздником воспитанники социального приюта поздравили своих мам и бабушек. В строках выученных стихотворений отражение любви, ожидание ласки и тепла от самого родного человека. Мы вас любим очень-очень-очень бесконечно. Это не секрет. Впрочем, если говорить короче, вас любимой не было и нет. Все специалисты учреждения вместе с воспитанниками готовились к этому празднику. Из подручных средств и материалов для творчества они изготовили тематический декор. Ребята проявили и свои художественные качества. Для мамы – букет нарисованных тюльпанов, а от юношей – поздравительный танец. Сегодня на государственном обеспечении в социальном приюте проживают 20 несовершеннолетних воспитанников из Клинцов и Клинцовского района, попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся в социально опасном положении. Педагогический состав приюта – 11 воспитателей. Дети решили поздравить бабушек, мам с наступающим 8 марта, старались, пели песни, танцевали различные танцы, читали стихи. Я думаю, что доставили много радости своим близким и в том числе присутствующим на нашем мероприятии. Прощаемся и всем немного жаль, и детство наше улетает вдаль. Такие праздники в социальном приюте уже традиционные. Ежегодно тут проводятся мероприятия, посвященные Масленице, Дню защитника Отечества, Международному дню защиты детей. Содействие Клинцы ТВ.